1 числа в России возобновили международные перелеты с Великобританией, Турцией и Танзанией. Улететь туда можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Еще накопительные пенсии выросли на 9,13%. 80 тысяч человек получат новую пенсию уже в августе. Перерасчет делают без заявления. Напомню, ранее средняя накопительная пенсия составляла 560 рублей в месяц. Также пенсии пересчитают для работающих пенсионеров. Для этого тоже не нужно подавать заявление. С зарплат удерживают страховые выплаты. Они, в свою очередь, увеличивают сумму пенсии. Кроме того, в последний месяц лета подорожал газ. Оптовые тарифы для населения выросли на 3%, для бизнеса на 2,99%. Напомним, индексация происходит каждый год. В прошлом цена выросла на 1,4%, а в 2018 на 3,4%. Еще появился новый штраф за отсутствие диагностической карты, которая подтверждает прохождение автомобилем техосмотра. Цена вопроса 2000 рублей. Если раньше такие правила действовали только на собственников такси, автобусов и грузовиков, теперь на все авто. В конце августа в силу вступит закон, согласно которому при формировании цены полиса ОСАГО будут учитывать личностные характеристики водителей. Теперь страховщики будут обращать внимание на качество вождения и соблюдение ПДД. А это значит, что для аккуратных водителей тариф станет дешевле, для лихачей – дороже. И в завершение местное повышение. В Бийске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь в автобусе и трамвае нужно отдавать на 2 рубля больше, чем раньше – 22 рубля. В маршрутках цена на билет выросла до 28 рублей.